98-летний французский врач Кристиан Шене известен тем, что даже в столь почтенном возрасте продолжает лечить людей. Доктор не бросил пациентов и во время эпидемии коронавируса. Он консультирует их по телефону или через интернет из поликлиники в городке Шевелье-Ларю. Терапевт отменил личные приемы после того, как к нему пришли двое пациентов с COVID-19. Я общался с несколькими больными людьми, у которых был положительный анализ. Было бы удивительно, если бы я не заразился. Некоторое время у меня проявлялись симптомы. Доктор был вынужден уйти на двухнедельный карантин, но потом снова вернулся к работе. Он также возобновил посещение дома престарелых для бывших церковных служителей. Несмотря на риск нового заражения, Кристиан не хочет отменять визиты. Постояльцем он ходит почти 70 лет. Я знаю его в лицо, но никогда не была его пациентом. Вы, наверное, слышали о нем. Он необыкновенный человек. В таком преклонном возрасте у него ясный ум и жизнерадостный настрой. Вспышка коронавируса заставила Кристиана разочароваться в современном здравоохранении Франции. Он сетует на то, что невозможно определить всех больных и невозможно изолировать всех зараженных. По мнению врача, медики чувствуют себя бессильными. Я никогда не переживал такого. При мне вернулась после войны эпидемия тифа, но зараженных медиков было очень мало. У нас были маски, мы были хорошо защищены. На самом деле у нас были противогазы. Было трудно, но мы не заразились. Изолировали больных и лечили их. Кристиан родом из города Анже на западе Франции. В молодости сначала работал сварщиком, но вскоре выучился на рентгенолога, а затем стал работать терапевтом. В этом году доктору исполнится 99 лет. Спасибо.